Давайте начнем отвечать на вопросы, но прежде всего мне хотелось бы немножечко порекламировать товары. Это вот маечка с Дим Димычем, не знаю, хорошо ли она видна. Вот Дим Димыч тут такой крупный, солидный. Эту маечку уже я, по-моему, рекламировал в одном из наших роликов. По-моему, дядюшка Джо рекламировал. Ну, вот тут есть литература вед. Вот. То есть каждый может выбирать на свой вкус то, что ему больше нравится. И, естественно, майки разных размеров. А вот, пожалуйста, вот Бонифаций. Бонифаций. Куда-то он запропастился. Но маечка, вот она есть, пожалуйста. Бонифаций. Наш историк. Вот. Тут, кстати, они все с таким вот какими-то намеками. Вот это вот мистический 1650 год и вот такое удвоение кота, который попал в эту трубу. Это один из таких вот символов новой хронологии. Ну и, соответственно, сам дядюшка Джо, вот он никуда, так сказать, можно не деваться. Я бы советовал эту маечку как раз купить господину Задумову, потому что она в его стиле. Она такая черная, тут сатанинская звезда, все как полагается в соответствии с его психической акцентуацией. Что еще? Ну вот есть тоже такая темная с литературоведом. Вот пока это все.